Когда вопрос сложный и с помощью обращения на портал Добродел или местные органы власти разобраться в нем не получается, жители Московской области идут за помощью в общественную приемную партии «Единая Россия». Здесь ведут прием депутаты как Московской областной, так и Государственной думы. Юрий Иванов специально приехал из Можайского городского округа на консультацию, чтобы решить давнишнюю проблему. Несколько лет он не может оформить собственность на гараж и хозяйственную постройку. К нашему заявлению заставляют нас приложить кипу документов. Копии протокола общего собрания, значит, собственников квартир, значит, копии паспортов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. У жительницы жилого комплекса «Усадьба Суханова» Ирины Игнатенко схожая проблема. Два с лишним года она не может получить собственность на приобретенную квартиру из-за земельного спора застройщика с владелицей фермерского хозяйства по соседству. Глава КФХ обнаружила заступ на ее территорию. Было судебное разбирательство, в результате которого заступ подтвердился у одного дома, у одного дома не подтвердился. В каждом отдельном случае будем разбираться отдельно. В том числе буду подключать наш комитет Московской областной думы вместе с Министерством жилищной политики. Жительница жилого комплекса «Зеленые аллеи» Марина Зрячих попросила депутата помочь обязать застройщика выполнить свои обязательства и построить обещанную школу. По документам здания должны были сдать еще в августе 2019 года, но к строительству до сих пор так и не приступили. Мы ходим на приемы Министерства образования, Министерства жилищной политики и к депутату Московской областной думы. Вот с Жуком встречались буквально на той неделе. И вот с Валерием Николаевичем встречаемся постоянно, и с Сергеем Анатольевичем Гавриловым. И вот у нас мы дошли, наконец, до Игоря Юрьевича Брынцалова. Депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что наиболее остро подобные вопросы стоят в Ленинском городском округе, Одинцово и Красногорске, территориях, расположенных максимально близко к Москве. Но рычаги воздействия на недобросовестных застройщиков есть, уверяет он. Принимаются и решения вплоть до того, что признаем их недобросовестными застройщиками. Больше они не работают на территории Московской области, где действительно уже есть проблемы. Мы достраиваем и решаем эту проблему за счет Московской области. Все обращения депутаты взяли на личный контроль и пообещали сделать все необходимое, чтобы вопросы жителей решить в самые кратчайшие сроки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.